Евросоюз официально продлит санкции против России уже на этой неделе, 28 июня. Об этом в своем твиттере написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвик. На следующий день решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Напомню, на прошлой неделе Европейский Союз принял предварительное решение продлить санкции против Российской Федерации в связи с невыполнением минских договоренностей. Новые ограничения в отношении российских компаний и граждан России ввели и США. В Белом доме заявили, что они останутся в силе, пока РФ не прекратит агрессию против Украины.